Самарченко Мария Персидская стала чемпионкой России по дзюдо. Золото 22-летняя спортсменка привезла из Ханты-Мансийска. Именно там оспаривали медали национального первенства «Лучшие спортсмены страны». Всего более 500 участников из всех федеральных округов. Наша съемочная группа встретила победительницу и выяснила, какой ценой ей досталась первая взрослая награда. Не с корабля на бал, а с поезда в зал. Две тренировки в день и так на протяжении 13 лет. В спорт Мария Персидская пришла, когда ей было 9. Как-то папа водил по секциям, понравилась секция дзюдо. И там осталось игры, кувырки, ребята. Все было очень весело, поэтому задержалась так надолго. Кто сильнее, дзюдоисты со всей страны выясняли на татами в Ханты-Мансийске. В самой легкой весовой категории до 48 килограммов Мария завоевала золото. Девушка признается, первая медаль на взрослом чемпионате страны далась нелегко. Я сделала бросок, потом пропустила бросок. Очень расстроилась, потому что думала, что все, на этом финальная схватка для меня закончена. Думала, что проиграла. Оказалось, нет. По решению судей дали такую же оценку, и я победила за счет своей где-то более активной работы, замечания. Тренер спортсменки уверен, победа не случайна. Подопечная проделала огромную работу. Прежде всего, она выделяется трудолюбием своим и желанием, и стремлением достичь высоких результатов в спорте. Ну и очень дисциплинированная жизнь. Сейчас дзюдоистка вместе с наставником проводит работу над ошибками и готовится к новым победам. 19 сентября спортсменка уезжает на сборы в Адлер, а сразу оттуда на гран-при в город Алматы. Сергей Овчинников, Анастасия Гончарова, Игорь Лунев. Новости губернии.